Андрей Михайлович Бородин, первый секретарь Костанайского областного комитета Коммунистической партии Казахстана. С января 1959 по апрель 1981 года возглавлял Костанайскую область. Будучи специалистом в сельском хозяйстве, Бородин глубоко вникал в дела и проблемы области, со знанием дела руководил подчиненными. Под его руководством Костанайская область дважды награждалась орденами Ленина за достигнутые успехи в увеличении заготовок сельхозпродуктов. Вот справа желтое здание, это профессиональный лицей номер 16. Сейчас мы движемся по улице Бородина. В прошлом эта улица носила название 19 августа. Как видим, весна постепенно берет свое, снег тает, хотя по-прежнему морозно. Особенно по ночам мороз достигает минус 20 и даже чуть больше градусов. Сейчас мы находимся на улице Бородина, а впереди улица Нурсултана Назарбаева, в прошлом улица Гагарина. Мы проехали перекресток улицы Бородина и Нурсултана Назарбаева. Впереди улица Рабочая, а если повернуть направо, то там находился Костанайский таксопарк в свое время. Сейчас мы приближаемся к перекрестку Бородина-Шипина, а с правой стороны вот видно здание многоэтажное. Здесь был магазин, если не ошибаюсь, «Белочка», а за этим зданием есть здание, в котором когда-то находился трест Костанай-Тяжстрой. Вот это вот улица Шипина. С левой стороны мы видим здание с зеленой крышей. Это школа номер 5. А это улица Валиханова. Справа мы видим дом культуры «Строитель». Вообще этот район называется район клуба строителей. Есть там район Березки, КЖБИ, а это район клуба строителей. Так он и в народе и называется. Слева мы видим здание Костанайской тепловой компании КТЭК, а прямо и справа уже видно приближающееся здание Костанайской кондитерской фабрики «Баянсулу». На этом наше короткое видео заканчивается. Всем желаю здоровья крепкого, мира и добра.